Следственным управлением постоянно внимание уделяется популяризации профессии следователя и отбору квалифицированных кадров для дальнейшей службы в следственных органах. Офицер регионального следственного комитета совместно с ветераном следствия провели для студентов республиканского вуза практическое занятие. Следователи и криминалисты совместно с членами ветеранской организации на постоянной основе ведут профориентационную работу с целью воспитания будущих кадров еще со студенческой скамьи. В ходе мероприятия на территории института была инсценирована обстановка места происшествия. На основе обнаруженных следов и объектов учащимися были выдвинуты несколько версий случившегося. Для каждой определен комплекс следственных действий по их проверке. Практическое занятие вызвало неподдельный интерес у студентов, так как позволило в игровой форме применить на практике теоретические знания, получить опыт проведения следственных действий и расследования уголовных дел. В завершении встречи учащиеся и педагогический состав института поблагодарили гостей за проведение познавательного мероприятия.